А перед началом данного ролика хотел бы порекомендовать свой Discord сервер. На нем вы сможете покупать либо же продавать своих питомцев, а также не только по Pet Simulator, но и по другим режимам, если же вы хотите, и найти новое общение. Ссылочка будет в описании. Всем привет, с вами Мисбан. В сегодняшнем видеоролике я вам покажу все рабочие промокоды на ноябрь, а именно на гемы и бусты. Также обновление хэллоуинское у нас продлится до 13 ноября. Это уже 100% информация. И 13 числа у нас будет новое обновление. И, скорее всего, хэллоуин уже уберут. Так, ну давайте начнем с промокодов. Их всего лишь 4 штуки. Давайте напишем первый. Первый промокод вам дает 100 тысяч гемов. Кто его не писал, можете сейчас тоже вместе со мной ввести и получить 100 тысяч гемов. Вот такой промокод. Все нажимаем. И мне зачислилось 100 тысяч гемов. Отлично. Следующий промокод у нас на 30 тысяч гемов. А также все промокоды будут в описании видеоролика. Можете спуститься вниз и посмотреть. Вот такой у нас промокод. Довольно странный, но он дает 30 тысяч гемов. Я его уже его активировал. Кто не активировал, можете сейчас активировать. Следующий промокод у нас на буст на монеты. Вот такой промокод. Активируем. И он у меня уже тоже активирован. И последний промокод это у нас на 20 тысяч гемов. Вот такой довольно простенький промокод. Тоже давайте активируем. Здесь ошибка. Все. Ага. Что-то неправильно. Сейчас, секунду. Давайте попробуем еще раз. Да. Я тогда его неправильно написал. Вот. Тоже он у меня, оказывается, активирован. Еще раз повторюсь, то, что все промокоды, которые я сейчас написал, они будут в описании, чтобы вам было удобно. Просто спуститесь вниз, копируйте и активируйте. А, и также скоро у меня опять будет раздача, это уже вторая по счету. Скорее всего, будет во вторник, где-то в 12:00 по МСК. Так что, кто хочет, можете прийти. Буду раздавать вот такие РБшные агонии и РБ риперы. Сейчас их довольно мало, но будет намного больше. В общем, их где-то будет 150 штук, я думаю. 100-150, где-то так. В принципе, неплохо. И давайте ради интереса глянем, сколько уже выбили эксклюзивок. Давайте листнем вниз. И почти 500 штук. Ну, нехило так. Везет же другим. Также, кстати, можете написать в комментариях, кому эта эксклюзивка тоже упала. Будет интересно. Также этот комментарий лайкну. И кто не знает, как смотреть количество выбитых пэтов, давайте вам еще раз покажу. А вы заходите в настройки, ищите датабаза, а если у вас тут, допустим, стоит off, либо рарные питомцы, вы делаете на all pets, то есть все питомцы. И после этого спокойно сможете смотреть, сколько каких питомцев у нас есть в общем в игре. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.